Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. И сегодня у нас уже третье видео. На задний день я решил в первый день своего создания канала выпустить три видеоролика. Надеюсь, вас это порадует. И сегодня, и сейчас я снимаю, получается, не игру Geometry Dash. Я решил, что на моем канале будет еще одна рубрика. Я буду снимать обзоры прикольных игр на Android. У нас первый видеообзор. И сегодняшний обзор у нас будет игра под названием Nyan Cat The Lost in Space. Так, кто у меня кэш? Стоп. Просто Nyan Cat. Да, Lost in Space. Очень няшная игра, которая рекламирует игру под названием Clash of Clans. Что ж, давайте поиграем в нее. Обзор будет небольшим. Значит, что здесь есть? Здесь есть магазин, где мы можем покупать, я так понимаю, героев разных нянкетов. Далее, здесь есть ачивки. Здесь мы можем изменять своего нянкета. И здесь мы можем покупать монетки. Ну и самая большая кнопка, зеленая кнопка, это кнопка Play. Здесь у нас несколько режимов, давайте посмотрим на первый. Это классик. Когда мы заходим в какой-либо режим, мы можем купить бонусы. Вот, бонусы. Я ничего покупать не буду, поэтому я просто начну. В обычном режиме мы просто летаем нянкетом и больше ничего. Здесь такая миленькая кнопка. Музычка. То есть услышали. Очень милая музычка. Вот. Ну, это, в принципе, первый режим. Давайте. Мы супермены. Я маленький. Ничего не вижу. Вот, блин. Ну, да ладно. В общем, мы увидели первый режим. Давайте поглядим на второй. Вот он, второй режим. Так. В принципе, тут то же самое, только тут на время мы должны собирать вот эти вот паки, так сказать. Давайте сейчас найдем какой-нибудь пакетик. Вот эти пакеты мы должны собирать. Вот, если мы их соберем, вот, когда шкала заполнится, так понимаю, нам прибавится время. Вот. Ну, в общем-то, думаю, вы поняли. Так. Дальше. Следующее это Nyan Wings. Не понимаю, в чем суть на самом деле. Но за нами бежит черный кот, черный нян, кто пытается нас догнать. А мы должны от него всяким образом убежать. Ой-ой-ой. Космос. Думаю, вы поняли, да? Так, давайте следующий режим. Это Zen. Тут как бы обычный классик, только без бомбочек. Да. Думаю, я понятно объяснил. То есть это обычный классик, можно так сказать. Вот. Простите, если этот обзор для вас кажется скучным. Просто не знаю, что тут говорить. Вот. Вот. Вот-вот. Да-да. Так вот, так вот. В общем, чистый классик. И так, нян. Здесь мы играем самым этим злым нямом. И мы, кстати говоря, летим в обратную сторону. Кстати, его зовут Печенька. Ну, это так, на будущее. Интересно, его кто? Пытается убить обычный нян? Нет, собака.
Ну ладно. Ну, в общем-то, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это были все режимы в игре Нянфет. Прошу прощения. В следующем видео я покажу новую, тоже прикольную и интересную игру. Я уже ее подготовил. Я думаю, она вам понравится. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Макс. Всем удачи. Всем пока-пока.